Несколько магазинов, и знаете, вот, наверное, основной вывод, который у меня сейчас сложился, это то, что у меня было представление, что в Улан-Удэ нет федеральной розницы. То это не так. Здесь есть уже представители FMCG направления. Я понимаю, что нон-фуда у нас уже во всех городах всегда уже и много представлено, но здесь уже есть Бристоль, здесь уже есть светофор, что позволяет нам говорить, что давление по ценовому направлению уже достаточно активное. Вы знаете, региональный ритейл здесь весьма и весьма интересен. Уже на въезде в город меня сильно заинтересовало такое яркое представление магазина «Абсолют». Далее мы заглянули в «Титан», посмотрели различные объекты коллег из Николаевского, это и «Спутник», и Николаевский. Очень надеюсь, что у нас еще наш появится. И разные дискаунтеры есть. То есть здесь есть и дискаунтеры, и крупные магазины, супермаркеты, и более серьезная, интересная, разнообразная розница, и короткая, соответственно, с маленькими форматами, с маленькими ассортиментом. Точно есть много интересной готовой еды, которую еще, может быть, не так активно приобретают, как, например, в Центральной России, но все равно к этому уже люди привыкают, и это уже есть здесь, в магазинах. Постепенно все видеоролики вы сможете посмотреть из разных магазинов у нас на канале по хэштегу Retail Expedition и Expedition Retail. Да, у нас два хэштега, напоминаю. И напоминаю также, что все, что мы смогли сделать, записать, посмотреть и поделиться с вами, мы смогли с помощью наших партнеров. Именно генерального партнера — это фирма 1С. Напоминаю, что тему автоматизации на платформе 1С вы можете посмотреть у нас на сайте. А также выставка World Food, которая часть проектов, которые мы увидели в рамках ритейл-экспедиции, вы сможете увидеть на выставке в деловой программе. И сервис МД Аудит. До встречи в следующих выпусках. Мы уже начинаем потихонечку двигаться в сторону Запада, в Москву. А здесь Улан-Удэ на сегодня заканчивается. До встречи в следующих выпусках.